Итак, не пошли на поводу у Вашингтона. Суд в Армении отказался арестовать россиянина Сергея Миронова по запросу США. Мужчина будет освобожден, за него поручилось наше посольство в Армении. Мы сказали, мы обратились, сделали, что они поручаются, чтобы его выпустили, да, возможно, чтобы он был пока в Армении, но чтобы он не под арестом, чтобы мы его не посадили в тюрьму. Борется за то, чтобы его не взяли под арест. Но все-таки, несмотря на то, что какие-то очень такие тяжелые обвинения, да, со стороны Соединенных Штатов, но даже сам факт того, что человек ни разу не сидел, это уже о чем-то говорит, да. Мужчину арестовали в аэропорту, когда с семьей он прилетел в Ереван. Как сообщил адвокат Миронова, штаты обвиняют его подзащитного в отмывании денег через минскую компанию, в которой он работает программистом и системным администратором. Также Вашингтон уверяет, что Миронов якобы участвовал в незаконной передаче военных технологий. На чем основаны обвинения США, непонятно. Никаких документов защите не предоставлено. По данным российского бюро Интерпола, Сергей Миронов в розыске никогда не был.